Друзья, поговорим о вечном. Что такое просветление? С чем его едят? И что это вообще? Все говорят просветление, просветление. Что это за хрень? Что это такое? Почему некоторые больные, дебильные люди, сумасшедшие идиоты, стремятся к этому какому-то мифическому просветлению? Что это такое? Почему они к нему стремятся? Что это за идиоты, бомжи или еще что-то? Неважно. Вот, что это такое? Просветление – это когда твоя точка, твоя вот эта точка в этой жизни достигла практически максимума. Когда ты в своем вот этом жизненном бытие достиг просто максимальной точки в этой жизни. Это максимальная точка, что может быть. Нету ничего совершеннее в этой жизни. Нету. Особенно это сделать при жизни, потому что ты это делаешь при жизни, капец. А когда ты это делаешь после смерти, это можно сделать после смерти. Можно просветлеть после смерти, я это увидел. И ты заканчиваешь круг сансары. Но самое, что интересно, когда ты это делаешь при жизни, это наикрутейшая тема на самом деле. Главное эту тему не просрать, но я думаю, ты ее уже не просрешь, потому что ты не сможешь вернуться назад и откатить то, что тебе дали, тебе это дали, это, сука, не ты занялся своим самосовершенствованием, мастурбацией на что-то сидящее или что такое, тебе это благословение дали, тот, кто повыше тебя будет. Твое ничтожное, вот это вот слабое, хрупкое тело. И тебе дали, находясь в этом теле. Так вот, что это такое? Это ты, когда вот вошел в определенное состояние, или тебе это состояние показали, или тебе его подарили, неважно как. Это все равно не ты. Тебе его показали, подарили и так далее. И ты в это состояние входишь в этот бесконечный череду вселенных, которые просто бесконечные. Ты не можешь больше сказать, что это бесконечно, потому что оно бесконечно. Эта бесконечность входит в бесконечность, которая бесконечная в бесконечности, и выходит из бесконечности, снова ныряет в бесконечность, и бесконечная бесконечность, бесконечность. Ты пытаешься выйти из этой бесконечности, эта бесконечность снова тебя поглощает, потому что она другая уже, ты ее смещаешь, ты видишь, что это какая-то ловушка, ты эту ловушку обходишь, эта ловушка становится опять другой бесконечностью или еще что-то. Бесконечность. Это бесконечность. Вообще трындец. Просто трындец. Но ты видишь, что тебя ведут. И если ты осознаешь, что тебя ведут, ты еще и побеседуешь. И... Ну, и я так предполагаю. Потому что у разных людей разные боги во Вселенной, которые тех или иных поддерживают. То есть у каждого свой аватар. И таким вот образом ты в этой бесконечной Вселенной, ты просто охреневаешь, потому что она настолько бесконечна. Твоего понимания, твоего видения, которое оно тогда присутствует, оно просто... У тебя нету слов это описать, и ты просто это можешь описывать как пиздец, вот так вот. Ты больше ничего не можешь описать, потому что ты видишь это, ты видишь эту красоту, и она одновременно ужасна, эта красота, потому что
ты охереваешь, насколько это красиво и насколько это ужасно, потому что это, сука, бесконечность, ёбанутая. Красота и ужас. Охуенное сочетание. И самое, что интересное, когда ты поймешь и увидишь красоту этой бесконечности, потом поймешь, что эту бесконечность может увидеть только кто? Только тот, кто есть эта бесконечность. И ты, когда до тебя доходит, что эта бесконечность есть, и ты, и ты, и ты вот есть эта бесконечность. И что вот Бог, который тебе помогал через эту всю бесконечность проходить, это ты есть. Но ты видишь, что Он выше, Он реально выше тебя. Ты просто блоха. Но ты, так как ты Его аватар, ты с Ним сливаешься в единое. В единое существование. И ты больше Его не различаешь, ты становишься им, а Он становится тобой. И в этот момент у тебя нету просто никаких у тебя нету сомнений, что, сука, это реальное просветление. Потому что у тебя нету сомнений, их не существует в этот момент. Ты это видишь. Да. Это произошло. И ты в тотальном, ты в тотальной радости от этой бесконечности, в тотальной радости от того, что ты созерцаешь Бога, в тотальной радости, что ты присутствуешь здесь с Ним, ты можешь беседовать, ты можешь Его обнимать. Да, ты Его обнимаешь, не физически. Ты Его можешь обнять. И ты становишься им, и Он становится тобой, и ты понимаешь, кто ты и кто Он. И в этот момент происходит вот это просветление. Ты просто с Ним сливаешься, и ты понимаешь, что да, это ты. Это ты. И эта бесконечность заканчивается. Просмотр этой бесконечности, но ты ее видишь одновременно. Ты всю эту бесконечность начинаешь видеть одновременно всю. Тебе не надо больше погружаться в отдельные вселенные. Это вселенные, блядь. Это вселенные и пространство. И тебе больше не надо туда погружаться. Ужас из ужасов вот этих, да? Бесконечных. То есть там ужас только... Просто ты просто понимаешь... Когда вот эта вот бесконечность, она вот такая, вот жуткая такая, от бесконечности. Потому что твоего жидкого ума немножко не хватает для осознания вот этой бесконечности. Но когда ты сливаешься, и когда ты вначале допираешь, что это, допираешь, кто ты сливаешься с Богом, и ты просветляешь, и ты становишься всем. Ты видишь всю эту игру. Всю земную игру. Это просто игра. Это боги рубятся в эту приставку. Они просто решили поиграться. Им стало скучно. Немножко. И они решили порубаться. А ты там такой сидишь? Я управляю своей жизнью. Блоха. Вот так вот. Это вот оно и есть. Когда ты охуеваешь от этого
И это неимоверная радость. Это радость и печаль одновременно. Печаль от знаний. От неимоверных, глубоких, настолько глубоких и гигантских знаний, потому что тебе действительно как гигабайтный шланг в башке воткнули и включили. И у тебя загрузка такая. И ты такой, ебаный ты в рот. И одновременно охуительная радость. Радость, как это? Многие знания, многие печали. Вот так вот. Но и одновременно радость, охуеннейшая радость. Что ты познал не просто эту вселенную, а ты познал пространство, познал все. Вот, вот так вот мне рассказывают люди, что такое просветление. Ну и в книжках я читал. Говорят, охуенная штука. Так что, может быть, стоит к этому пойти. Пока всем.